Да, сегодня станицу Луганска разбомбили. Серьезно, это не ирония. Поскольку вот очень много журналистов российских было задержано, не очень хорошие истории были. Вот мы сейчас пытаемся понять. Еще было убито. Серьезно, это не ирония. Вот вы согласны с тем, что мы делаем? В принципе, мы занимаемся новостями. Серьезно, это не ирония.